Морозильный ларь Юка объемом 540 литров. Тип крышки – прямое стекло. Габаритные размеры – 1,43 на 66 на 94 сантиметра. Мощность 3,2 киловатта. Подключается в 220 вольт. Корона, верхняя часть ларя, сделана из противоударного эластичного пластика с защитной пленкой. Может быть исполнена в разных цветах. Красный, желтый, синий, зеленый и так далее. Корпус из стали, окрашенный порошковой краской. Внутреннее покрытие сделано из пищевого алюминия. Комплектуется 6 корзинками, которые довольно-таки легко вынимаются. Также стекло можно закрыть ключом, который предусмотрен в комплекте. На боковой панели размещена система контроля температуры. На передней панели снизу есть отверстие для слива воды. То есть после разморозки вам необходимо будет отогнуть пробку, и по направлению стрелки будет выливаться вода. Здесь есть дырочка для этого. Гарантия на ларь 1 год.